Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! Сегодня сделала себе такую косичку, скоро пойду к моему стилисту. Сижу и рисую, разрисовываю. Кто-то из вас сказал, покажите, как вы рисуете. Вот смотрите, сначала я нарисовала дерево, корни, потом вот такие линии, да, нарисовала. Это все делается постепенно. Затем я нарисовала вот такие круги. Ну, от кого я беру что? Это потом вы посмотрите и сами будете изучать. Я не инструктор, поэтому не имею права рассказывать. Потом вот проводила повторные линии, ствол нарисовала, округляла, чтобы не было каких-то углов. Все надо округлять, вот такая красота появляется. Потом нарисовала, вот здесь нарисовала линии дополнительно, вот эти черные. А потом нарисовала плоды мои, куда я потрачу деньги. Это нейродрево, напишу я на увеличение своего дохода ежемесячного. Затем, значит, нарисовала я вот плоды, которые падают. Видите, вот они у меня три плода, которые упали. И вот это, например, финансовые мои достижения, там какие-то знания, еще что-то там. Вы сами можете думать и научитесь всему, как только вы начнете изучать нейрографику. Затем я вот связь с эго, с нашим миром, вот эти линии, мы же без мира никак невозможно. И что потом? Начала разрисовывать круги. Начинается сверху, затем внизу, а потом уже начну рисовать такой ствол, раскрашивать. Такое удовольствие получаю. Вы себе просто не представляете. Но мне так нравится рисовать. Я не знаю, я очень любила в школе географию, потому что там были контурные карты. У меня были самые красивые рисунки были. Я очень старалась, естественно, пятерки были у меня. Вот я и сижу сегодня, в субботний вечер. Сегодня не пошла я на море, потому что я проснулась поздно. У нас сегодня йога в 8 часов, и наша Катюша заболела коронавирусом, и мы сами занимаемся сейчас. Ну, это не проблема, есть записи уроков, так что лишь бы было желание. Не проблема вообще ни в чем, девочки. Когда вы хотите, вы все найдете. Итак, суббота у нас выходной день, и мы занимаемся по записи. И я встала, пока там начала переписываться, с мамой поговорила, и в итоге смотрю, что уже надо много дел, много звонков, встреч, и я решила сегодня не пойти и нарисовать, что я 2 дня не смогла нарисовать это. Эти 2 дня очень загружены. Вчера видели вы, покупки мы делали. И еще надо было, но потом успею потихоньку. Что-то не выбрались сегодня. Ашка ему завтрак сделала, и все. А на ужин, думаю, что ему приготовить? С грудки, грудку, картофель, помидоры, и все это поставлю в духовку, пускай запекается. Он перестал сейчас кушать. Вот вчера пришел в 9 часов со своего пробежки, со своей. И что он поел? Тантуни поел. С удовольствием. Не хочет, сейчас не хочется ни жир, ничего. Похудел мой муж, худеет прямо на глазах. И вот я сижу и разрисовываю. Вот такое удовольствие получаю. Какие новости? Все ждут, что в Грузии и в Турции с 1 числа снимут все ограничения, говорят. Не будет ни масок, ничего. Так что жизнь налаживается, да? Не надо падать духом. И я пойду, приведу себя в порядок, отрежу свои эти косы, патлы. Так хочется поднять их, все лезет, все жарко, уже жарко, влажность такая, да. Сейчас на балконе сушу свое одеяло теплое, потому что до сих пор укрывались. И какое-нибудь легенькое достану, потому что пока еще совсем без одеяла холодно. А у нас, кстати, сегодня во дворе свадьба, но принесли письмо. Но мой муж не знает этих людей, какие-то новые, вообще не общаемся, ничего. Здесь в Турции нет обязаловки, что мне нравится. Он рассуждает правильно. Вот он говорит,
У меня что, кто-то на свадьбу я приглашу его или это? Нет. А зачем деньги кому-то писать еще? Ну, правильно говорит. У нас в Грузии другая ситуация. Мы всегда идем. Но тут, я говорю, будет стол. Какой стол, Светлана? Какой стол, говорит? Ничего не будет. По-моему, здесь во дворе они будут что-то делать. Я обязательно вам с окна сниму. Вот поэтому я и сижу дома ради вас, чтобы снять свадьбу. У меня и желания нету совсем. Ну что, эти соседи придут, которые будут на меня смотреть из-под лобби. Вот эта соседка, которая со мной не разговаривает, и я с ней. И будет смотреть на меня, что думаете, будет хорошее говорить? Нет, зачем лишний глаз? Не так ли? И у меня очень много работы приятной, от которой я получаю удовольствие. Так что все идет по плану. И вчера Эндер сообщил, что у Севги будет свадьба 21 августа. Так что думаю, что может что-то поснимаю вам. Буду я принцессой, королевой. Надо платьице какое-то купить. А у меня, кстати, есть платье со свадьбы осталось. Я сейчас в нем в идеально буду. А я его одевала только в день свадьбы. Оно не такое свадебное, оно очень красивое. Наверное, я его одену. Может быть. Может быть. А что оно висит у меня? Можно было, в принципе, продать, но что сейчас? Я, когда его можно одеть? Оно такого бежевого цвета, очень красивое. Один день покажу вам. Ну вот я сижу, разрисовываю, мои дорогие. Как мне хочется, круги разрисовываю, а потом буду пространство между кругами. Красота такая выходит. Уже барабаны начали играть. Сижу с вами, разговариваю, да. Хотя у меня сейчас столько сообщений приходит, столько сообщений, я не отвечаю, пока занимаешься этими делами, вот черным выполняешь рисование. Нельзя отвлекаться. И сейчас как раз закончила я уже до того, как начала раскрашивать, я пересмотрела и сейчас тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Такие вот дела. Завтра дома будем сидеть, но, наверное, сейчас я быстренько это нарисую. И, может, с мужем пойдем куда-нибудь опять. Вообще, я хотела в форум Мерсин поехать, купить кое-что себе. Потому что в Твист хотела зайти и кое-что посмотреть там. Ну, посмотрим, как будет. Вот какой цвет добавить. У меня почему-то душа и сердце. Вот сегодня на такие. Посмотрите, у меня закончились эти карандашики. Хочу их закончить, чтобы новые. Ну, вот эти вот использовать. А я в Amazon сайте есть такая платформа. Сделала заказ себе. Там 150, кажется, $70. Вот хочу заказать. Ну все, сейчас буду чихать. Ой-ой-ой. Сейчас я это разрисую и пойду с моему мужу приготовлю кофе. Кофеек с мороженком покушаю. У нас действительно стало очень жарко. Вот какой красному сделать? Голубой? Синий может сделать? Сама не знаю, какой сделать. Наверное, синий душа просит. Вот какой у вас душа требует, вот такой и делаете. Очень споров много было, почитала комментарии последнее видео насчет монетки. Девочки, мальчики, я тоже так раньше думала, что нельзя подбирать монеты, что это, ой, как это так можно? Даже я мелочь никогда не брала в магазине, всегда оставляла, я делала неправильно. То есть, ой, насколько правда, почему говорю так? Потому что деньги как приходили ко мне, так и уходили. Я вообще их очень плохо к ним относилась. Я их имела, и они у меня исчезали. Сразу тратились. А почему? О чем это говорит? О том, что я не подбирала эти деньги, которые мне давал Бог и Вселенная. Это деньги одинокие. Поэтому где-то, если вы видите, подбирайте их и берите всегда сдачу. Это не потому, что там так унизительно брать. Нет, это так надо. Вот столько возможностей я всю жизнь потеряла. Вот 45 лет научилась наконец-то. 49 научилась, как правильно делать, и уже видно результаты. Понимаете? Так что вот такие вот дела. Вот синенькая хочется что-то нарисовать. Голубенькая надо нарисовать. А где мой голубенький? Голубенький. Вот он. Какие у меня все маленькие.
И сейчас надо быстренько успеть это, пока свадьба начнется, чтобы вам поснимать. Потом у меня кое-какие дела, надо новое видео смонтировать. Жизнь такая у меня насыщенная. Спасибо Богу, очень интересная жизнь у меня. Может, многие думают, что я схожу с ума, это не схожу с ума. У меня есть на это время, вы поймите, я занимаюсь, у меня очень много времени на себя. И я сейчас, как раньше, впустую тратила свое время, я сейчас стала по-другому его распределять. Все планирую, все записываю, у меня очень много, смотрите, сколько у меня, каждый день я пишу. Пишу благодарности за то, что происходит в моей жизни. Это техники, тут мои конспекты. Тут по бизнесу это тетрадь. Тут заявление пишу вселенной. Техники есть такие. А это у меня для моей работы, именно каждодневной, что я делаю, какие у меня что есть. Мои 100 желаний. Вот видите, я писала 100 желаний в один день. Все сбывается, карта желаний сбывается. Я готовлю для вас сюрприз. Действительно сюрприз будет. И когда вот он произойдет, я сяду и сделаю ревизию полгода спустя, сколько желаний исполнилось на моей карте. Но я их тогда писала, неграмотно делала, сама по каким-то источникам бесплатным. А сейчас, в следующий раз, когда буду делать карту, обязательно по марафону. Потому что инструктор, он грамотно учит, как что делать, как писать. Поэтому вот такие вот дела. Чуть-чуть там не такие дорогие марафоны. Может позволить себе, мне кажется, каждый. Но это столько дает знаний. И вот. Вот такие дела. Ну что, мои хорошие, как будет свадьба, я вам обязательно ее сниму. Зашла на кухню, думаю, сейчас я приготовлю кофе, а потом, думаю, духовку поставлю и ужин. Пока мы выпьем кофе, расслабимся, посмеемся, пообщаемся, у меня уже будет готов ужин. Что я приготовила? Вот смотрите, это все овощи, мой любимый кабачок. Сначала я решила сверху сыр, но думаю, нет, я не буду делать сыр. Я сделаю вот такую вот бурду-мурду. Тут у меня и баклажан, помидоры, болгарский, красный. Много зелени и лук. А что я готовлю? В духовке. Грудинка, картофель, томатная паста, пряности и все. Сейчас я вот это готовится у меня. А это вот поставлю здесь на... Покажу, когда поставлю. Чихаю каждую минуту. Нашла сегодня такое платьице. Сколько ему лет? Вы знаете, еще в Amazon компании, в этой платформе выписывала. Так, вот смотрите, эту красоту. Ну, я знаю, что эта Ашка мне будет кушать. Скорее всего, это я буду кушать. Эти очки так привыкла уже. Постоянно с очками. Так. Погода у нас резко изменилась. Тендер пришел, сказал, что завтра мы идем на пикник. Соседи узлем устраивают по выходным пикник. Хотя, я говорю, а как мы выйдем? Нельзя же выходить. Он говорит, можно. Уже, наверное, не так все серьезно, да? И мы завтра идем на пикник. Соседи любят нас приглашать. Меня особенно любят. А он говорит, ты поснимай, да? Так обрадовалась последний. Я говорю, конечно, Ашка, его как. Они все любят сниматься на камеру. На мой YouTube. Так что вот. Завтра у нас будет веселый день и скучный. Какая красота вышла. Я сейчас вам покажу. Добавила 2 столовые ложки. Чего добавила? Оливкового масла. И, кстати, никак не могу вам поделиться своими секретами, какой я диетой пользуюсь. Ну вот смотрите, то, что я готовлю, это и есть моя диета. Я сейчас с ума не схожу, я не кушаю хлеб. Иногда бывает такое желание, чуть-чуть горбушку, когда он свежий принесет, я, конечно, кушаю.
А, вот смотрите, как красиво вышло. Вот сейчас я это поставлю в духовку. Посолила, поперчила. Уже попахивает мяском. Просто прелесть, красота. Сейчас покажу вам. Не знаю, как оно приготовится на кухне. Ну, в общем, готовлю. А сейчас расскажу вам о моей диете. Какая у меня диета? Что я ем? Вы сами видите, я каждый день готовлю и все вам демонстрирую. Я много пью жидкости, это раз. Во-вторых, я исключила сладости вообще. Ну, может быть, если вот соседка принесла, попробовала. Я все пробую, да. Нет такого, что если я готовлю мужу, я не ем. Конечно, я должна попробовать, и это мне достаточно. Мороженое он мне приносит, я его почти сама съедаю. Ну, я, наверное, поем там половину кружка, вот что есть. И это мне достаточно, я быстро наедаюсь. Вот я сегодня утром выпила кофе, затем я помыла черешню. Через какое-то время у меня как дробное питание получается. Что-то захотелось кушать. Я в лист, салатный лист, завернула кусочек сыра, помидора, болгарский перец. Сделала такой себе тантуни и это съела. Следующий этап, что я поела? Я дыню сейчас поела. Хотя дыня не сладкая, мы купили, но, наверное, мы кушали после арбуза, а сейчас она мне пошла нормально, я обрадовалась, что можно есть. Хотела выбросить, думаю, попробую. Ну вот и все, сейчас выпьем кофейку, может, конфеткой обязательно, и конфетки кушаю. Я кушаю, мы мясо кушаем. Мясо что сейчас кушаем? Бикебаб у нас, ну не хочу сейчас, такая жара, говорю, у нас прекращается поедание вообще. Я безумно счастлива, я не плачусь, я просто рассказываю вам о том, что есть в моей жизни. Все, буду готовить и смотреть. А, кофе буду готовить, забыла я совсем. Шла еще две подушки, сушить буду их. Конечно, надо постирать это. Помню, когда я замуж вышла, моя свекровь приехала и все чехлы постирала. Вот это все постирала. Какая она молодец, надо здесь зашить. И спрятала одеяло. Все, девочки, мальчики, посмотрите, жизнь на балконах началась у нас. Покажу вам. Сейчас хочу сказать вам, что сейчас убывающая луна, и выбрасывайте все, что ненужное. Выбрасывайте, собирайте старые тюбики, крема, лекарства, пересмотрите, потому что когда выбросите старое, которое не пользовались, ну, год, значит, оно вам не пригодится. Ну, там, может, какие-то любимые вещи, но их не одевали 2-3 года. Выбрасывайте, вы обязательно приобретете новое. Я тоже стала бороться, у меня ничего нет старого. Сейчас я, знаете, как делаю? Собираю свои тюбики старые. Тюбики собираю. Вот у меня закончилось, например, молочко, ацетоны закончились, там какие-то средства, я все собираю и буду выбрасывать сегодня. Надо написать письмо. Когда выбрасываешь, меняю свой мусор по выгодному курсу. Вот так пишите записку. И положите вместе с мусором и старыми вещами. Не то, что мусор там после кухни, вы там от картофеля, кожура или еще что-нибудь. Именно когда выбрасываете какие-то пустые флакончики, вещи старые, обувь старую, мои дорогие. Вот вам сегодняшний тоже лайфхак. Чему учусь и вас учу. Я не настаиваю, я только делюсь этой информацией. Ой, аж Крым ушел, телевизор выключили. Какой кайф. Сегодня мои птички там взяла все старое, положила булгур. Она сразу, естественно, улетает, боится. И водичку поменяла ей. И Эндеру показала два яичка. Он так обрадовался, я увидел впервые, полила цветочек, где она сидит.
А он говорит, не дотрагивайся, она не прилетит. Она сразу прилетела. Ну, хочу с ней наладить контакт. Вот так хорошо лежать на балконе. Еще надо там этот зонтик нам купить. Все открыть, закрыть. И эта занавеска у нас порвалась. Короче, руки не доходят. Сколько чего надо в доме делать. Такой вкусный ужин приготовим. На 2 дня хватит. А завтра мы идем на пикник к узлем. Поэтому и на понедельник, наверное, будет еда. Не буду думать. Время как летит. Уже 21, 25, 26 июня. Первый месяц прошел лето. И влажность повышенная. Все. Пошла я рисовать опять, пока аж кубанет.